Друзья, всем привет. По-домашнему опять занимаемся. Приехал женек с рейса. Целый месяц ездил. Что мы ему поставим? Наши фары с донора. Сейчас я их достану одной рукой. Не достается. О. Взял фары с донора. Короче, мы сегодня экспериментируем. Давайте я вам сдалека так зайду. Загнали. Первый раз туда спринтера. Проверяем, как оно еще будет. Так, надо вторая рука калитку открыть. Так, вот, короче, наши две фары. Единственное, что нам надо сделать. Короче, мы... Что будем делать? Мы будем делать эти фары на заводскую проводку. Откроем капот. Женек там раскручивает правый угол, нижний нужен. Да, надо все подготовить. Смотрите, как Мэрин заехал во двор. Ну, сейчас у меня тут бардак, это все на мусорку. Просто я скидываю сюда. Вот у нас получается. Давайте, чтобы вам чуть понятнее было. Так вот место у нас получается. Здесь 1.2 метра зазор. Единственное, что надо перекрутить калитку, чтобы эта половина первая открывалась, потому что когда Марио будет приезжать стричь газон, чтобы они открывали эту часть. Сделал здесь мусорку, поставил мусорное ведро. И все, здесь у нас получается такой проезд, проход. Не знаю, как это назвать. Поставил блок сюда, что парня у нас. Он получается, надо его на эту сторону. И здесь прям под уголок, видите, колесико будет, а там проход. Но это я сильно заломал. Можно чуть меньше, но я как бы заехал чисто так на время. И вот так вот здесь спринтерёныш будет стоять, барбосик. Сегодня Женькин испытывает это. И все. Вчера дождь был хороший такой, сегодня точнее. Ну, смотрите, воды сколько. О, женёк, глянь, за 2 секунды снял. В отличие от некоторых. Что тут делать, когда ты уже сюда 1000 раз лазил? Ну да, когда там уже полазил. В общем, что нам надо? Нам надо, мы пока эти фары снимать не будем, и бампер. О, гром. Гром гремит. Мы как с тобой начинаем что-то делать, вечно начинается дождь. Да, тебя вот месяц дома не было, один день только был дождь. Вот ты вчера приехал, и сегодня ночью с утра был дождь. Сейчас сюда заводим проводку, родную проводку, не... Можно купить проводку на LED фары на Амазоне или на eBay с Германии, оригинальную. Она там идет под сенсоры на подвеске. Уже не спереди есть сенсор, только назад поставить. В принципе, тоже он есть, но это потом он протянет уже. Сейчас попробуем поставить, просто подключить, не будем ничего снимать. Просто их подключить, да, вот, видишь, по ходу. О, ничего себе схема. Вот левая-правая фара, вот с левой получается все провода, то что выходит. Земля-земля, потом... Это вот этот разъем у тебя получается, да? Да, вот этот. Это вот идет вот сюда вот наверх. Это вот смотри, на левую фару. Это идет вот сюда. Ну вот эти, где зеленые. Да. Правая фара сюда идет, потом Red Yellow. Ну это на предохранитель идет. Предохранитель. Красный. Второй предохранитель. И вот эти Blue and Purple. Это на сенсоры. Передний, это задний сенсор. Не, наоборот. Наоборот, получается. Фронт левел, задний левел. Ну, та сенсора, на это то потом можно кинуть. Вот, видишь, тут 2 свободных. Вот сюда, короче, вставляем разъемы. И вот тут 2 предохранителя. Ну, сейчас мы дойдем в руки. О, ничего себе, у тебя тут шумовиброизоляция. Там-то мало. Мало? Ну, трохи есть. Трохи маємо. Глянь, тут ничего себе. То ты модный. Что там гремит? Это у нас заводская проводка, которую Женек вытянул из донора. Ничего себе, она тут длиннющая. Главное не потерять мелкие детальки сейчас на камнях. Вот это вот зацепилось. О, все. Так, вот это вот, это левая, с левого мне. Вот это правая. Давай предохранители уберем. А это что за провод? Это то, что я сломал. А. Когда выговаривал. Ладно, хай он тут лежит.
Это задняя фара. Задняя — это не фара, это... А, это на поворотне. Просто я по незнанию выковырял его тоже. А это у тебя идет куда? Это правая фара. Передняя правая. Это между предохранителем и этим? Просто. Это то, что на предохранитель на 15 ампер. А это сюда в разъем? Да, это поворотник в разъем. А, вот это. Это земля. Ну да, это который ближний. С правой вообще элементарно ставится. Да, правой вообще легко. Окей, давай. Мы тогда... Сначала просунем. Давай я сейчас перекушу, пойду возьму эти, чтобы сюда просунуть. Кусачки. У тебя... Ты разлил масло, чи це... Оно это там... я как бы ночью наливал. А. А, я понял. Надо сюда еще инструменты попереносить мне, короче. Ну, уберу там хлам весь. И перенесу. Все, сейчас попробуем поставить фары ему эти. Сейчас вы скажете, а что ты себе не поставил? Пока я поставлю себе родные. А потом я вам покажу, что я туда хочу поставить. Что нам надо? Кусачки. На место своих родных. Я не хочу эти LED, но я не хочу и родные. Есть 4 варианта других фар. 4. Поэтому я пока еще выбираю. Цена вопроса около $2000 новых фар. Эти фары родные стоят. Жень, сколько LED фары эти новые стоят? 1300. Не, у дилера сколько они стоят? 1900 одна. $4000 две с таксами. Плюс-минус. Ну, 3 с копейками. Да, за трешку. Да, за трешку можно. Через аккаунт можно за трешку, да, купить где-то. Короче, так. А вот у вас, может, левую фару показать? Ну, левая дальше будет. Это у нас разъем на этот, на подвеску. Это задний левел. Вот это вот передний левел. Ну, на одну сторону, да. Причем, что самое интересное, у меня с завода передний левел есть почему-то. Значит, у меня он есть. Это что у нас плюс? Это туда на это, что ты, да, оторвал, это 15 амперный, вот это, что словно, да? Это масса. И это у нас на фару. Вот эти фишки, они разные между обычными фарами и между... Вот она, эта фишка. Здесь разъемов, проводов больше, чем... По-другому они расположены, чем здесь. Короче, если просто LED-фару ставить в эту... фигню, фишку, она работать не будет. Все, сейчас, короче, заводим просто туда проводку, а потом подключим в середине, покажем. Тут, в принципе, снимать особо нечего. Если вы покупаете отдельно проводку на LED фары, она идет вот в комплект такой, таких кишек, кишки эти все. Да. Да, тут ничего сложного нет, в принципе. Все легко и просто. Можешь еще раз схемку показать? То, если схемку там... покажу за отдельную банку пива. За две. За две, да. Я все-таки старался, рисовал, 5 минут времени потратил. Да. Так, надо вторая рука. Так, расскажу в двух словах. Сделал минус новые, потому что были обрезаны. Сейчас минус у нас один идет вот сюда, на кузов. На этот... разъем вот сюда, чик. Фишка у нас получается на фару, вот она, все провода сюда заходят. Та сторона у нас заходит с другой стороны, мы сделали на эту сторону. Фишка здесь, минус тоже вот он, сейчас он у нас уйдет вот под минус сюда, хотя вот есть тоже минус вот или сюда. Без разницы. Все, все остальные провода у нас заходят вовнутрь. Сейчас я вам расскажу, куда. Здесь у нас идет красно-бордовый и зеленый с белым. И коричневый. Эта сторона у нас правая. Здесь у нас фиолетовый, синий с белым, фиолетовый с желтым, зеленый с белым и красный с желтым. Вот этот у нас фиолетовый и синий. Вот эти два у нас идут, вот эти два идут на датчики. Зеленый у нас идет и красный с желтым идут туда. Датчики мы пока кинули здесь в салоне. Вот у нас фиолетовый
И вот у нас синий. Еженек, дождь начинается. Но мы уже там под капотом сделали. А, ну тут маленькая тучка. Сейчас там пойдет две капли и все. Спрячем этот пока разъем. Все, сейчас я прикручу минус и покажу вам в салоне, что куда идет. Короче, что-то мы там ставили. Этот работает, а этот не работает. Одна пока та же самая работает. Дело в том, что тут правый тоже не работает. О, сейчас потухли. Выключились. Ну, работает по поворотник, интересно. Ну, давай посмотрим, ближний работает. А, ну, ближний. Работает, опустилась он. Я вижу. И смотри, ошибок нету. И светит ярко. Вот это вообще в небо. А ну дальний. Ну все. А поворотник право-лево. Выключай маяк, право-лево. Поворотник. Левый. Ошибка. Клацает только быстро. Оно работает, но ошибки повыбивало. Low beam, ближний. Turn signal. Все. Ну, понятно, потому что фишку по старой включили, они же там на голове. Да. Ну, они... Давай заведем, попробуем, его светят или нет. Вот сейчас ближний. Левел работает. Левел работает, да. А ну давай я пошевелю его. Работает левел, окей. Ну ошибки только что выбивают. А ну... Ну и фиг с ними. А ну дальний. Есть дальний? Есть дальний. А, поворот. Правый. Ну все, просто ошибки на приборке, но они работают. И левелы работают, можно и левелы подключить, слушай. Левел подключить. Там он стоит. Левел, то есть, там фишку задний, одеть, да, передний, а задний. Нет, светит, ну да, неплохо свет. Я теперь ничего не вижу. Ну да, даже днем видно. Ну, их надо поставить, чтобы понять. Ну смотри, ошибок нету сколько. Давай, подожди, пусть все поработает. Сейчас диагностику сделаю. Где-то минутку, полторы. Если не выбьет, то ничего. Просто ошибки будут. То можно, в принципе, поставить. Только с ошибками будешь ездить. Но это на потом... к Игорю заскочишь, он закодирует. Но... Или к Сереге, да. Потому что он светит же. Ну да, видишь, он вверху диоды. На Амазоне можно купить хотя бы временную заклеить за там, $35, 40. Сейчас опять дождь пойдет, две капли. Ну нету, светят, видишь? Надо ставить. Мы уже пиво выпили, куда же ехать кататься. Поворот единственное, смотри, он быстро моргает. Но он работает, это как у меня. Ну, было. Да, это из-за того, что он нету поворотника. Да, он работает четко. Просто что это как у меня из-за той ленты было. Помнишь, одной, типа. Вот он начинает, но потом клацает быстро, но он работает четко. А ну у тебя нормально работает по зеркалу, посмотри. Да, нормально. Ну вот, видишь, чисто из-за этого. Ну это. Я же говорю, это заехать закодировать их. Что, ставим? Ну, ё-моё, тогда давай по пивку потом будем ставить дальше. Короче, друзья, расскажу в двух словах, пока мы тут еще все. Там у нас фишки одеваются, это два уровня идет. Ну, это родная проводка, поэтому я не думаю, что кто-то будет ставить родную. Идут две фишки на сенсоры, передний сенсор должен быть у всех. Может быть, не у всех, не знаю, но у нас у всех стоит. Задний мы сейчас прикрутим, тут буквально два болтика на 6 прикрутить.
че на 10, че на сколько там, не помню. И все, та сторона, это мы у нас зайдут эти два провода вовнутрь туда. Блин, дождь пошел. Сейчас он закончится, две капли. А здесь у нас... Сейчас дождь закончится, я вам покажу. С одной это приходил. Короче, 15-минутный дождь, ливень. Так, продолжаем. Два зеленых у нас вставляются, вот они. Вот это вот два зеленых. Левый, правый, грубо говоря. И вот левый эти верх, вот. Правый верх. Правый. Левый верхний и правый нижний. А, значит, вот это у нас первый левый, а это правый. По предохранителям. Вот эти вот два предохранителя. 15-е. Просто вставляете снизу разъемом. Левый получается слева, правый справа. Левый слева, вот это левый слева, правый справа. И все. Остаются у вас вот эти вот два провода на сенсора. Внизу здесь под сиденьем есть выход на улицу, так скажем. И туда, короче, это все дело выводите. И все. Слушай, а сенсор под переднюю подвеску, его, может, не надо было выводить туда, в салон? Не, он тоже черный камень. Не знаю. Это не твой. Или твой? Мой, наверное, это я пакет брал, наверное. А, не, он все равно, он выходит под сиденьем. И там и вставляется, вот так, да? Окей. А этот назад уходит. Окей. Все, фары работают, ошибки выбивают, но это их надо закодировать. А так они все работают. Вот, поворот. У нас, а тут опять не работает. Где-то там плохой разъем. Получается, у нас там одна фишка в этот предохранитель вставляется очень нехорошо, поэтому один не работает. Ну, а так фары уже проверили. Работает на заглушенной и на заведенной. Видите, как тут машинка стоит сильно близко. Я его закинул, можно чуть дальше ставить его. Ну, чтобы тут ходить было чуть свободнее. И все. То я потом уже со своим тут разберусь, как, что и куда. Бордюрчик сделал. Красивенько так осталось зелень посадить. Не, нема. Нема. Надо что-то... Надо питание. Плюсик надо ему. Где-то нема плюсика. Красиво моргает. О, есть. О, пропало. О, моргнуло. Надо сделать там нормально, Жень, потому что что-то контакт плохой. Что, друзья, короче, надо заморочиться немного по-людски. Надо туда эти провода проложить. Здесь под низом есть вот пластиковая такая туннелька, видите? Вот надо сюда вывести это все дело. Сейчас через аккумулятор. Сюда вот здесь вот завести. Через аккумулятор вывести здесь, чтобы оно у нас вышло вот здесь вот, и там вот вниз, видите, уходят все провода. И вот это все у нас выйдет на улицу, то есть снизу. Ну и все это подключить снизу, там, в принципе, подключать разъемы, чисто вставить задний, протянуть аж до самого заднего моста. Ну а так, в принципе, больше ничего не надо. Но чтобы туда залезть, надо разобрать весь этот пол, что Женя сейчас и делает. И протянуть это все дело по-людски. Сабвуфер у него там, я, наверное, пока там разбираюсь, сейчас сниму бампер. Поставлю фары эти. Хочется ему сегодня проверить их, посмотреть в темноте. Ну, прям горит уже, глаза у него горят. Надо сделать человеку. Помочь, что сделаешь. Что, точнее, не сделаешь для... друзей. Снимать постараемся. Сейчас полностью не буду снимать. Постараемся чисто угол снять и все. Бампер. Ну, посмотрим. Так, сниму вам пару кадров. Короче, что мы сделали? Мы провода, вот видите, тоненькие идут. Мы запустили сюда в корпус. Туда вывели. И, ой. И сейчас мы их выведем. Сейчас я залезу. Сяду тут. Женек полезет под низ. Надо перекусить там. Малоприятно.
Да, и там вон камни. Все провода у нас уходят, видите, вниз. Вот. Ну и там надо перекусить резиновый такой, как сверху, кожух. И туда протянуть эти два провода. И все. Ну и там передний на фишку чисто одеть, а задний вот этот вот сенсор прикрутить. И все, свет работает, все good. Единственное, ошибки выбивает, потому что не закодированы фары. Ну, это не проблема. Женек, что-то нашел? У меня небольшая проблема. Что? Пузом не залажу сюда. Пузом не пролазишь спринтер? Да. Ничего себе. Под спринтер не пролазишь пузом. Це капец. Женек, тебя надо на этот, на, как их, земледельные работы в Америке. На недели две. И минус 10 килограмм я тебе гарантирую, по своему опыту. Прикалывайся, короче. Ой. Так, что, засовываем это все дело. Опять же, одеваем пару штекеров, вот осталось, и все. Ну и собираем всю эту ерунду назад. Уже фары стоят у нас. Ну, сейчас выйду, покажу, не хочу вылазить. Что, друзья, мы тут в темноте колупаемся. Короче, проблема в чем? Вот этом сенсоре. Не можем вставить этот. Вон, видите, с той стороны она вставляется. Ну, как бы она была выше, сейчас упала. Я ее открутил, там внутри один болт. Вон, видите? Вот был болт. Сейчас она упала. Сейчас я второй докручиваю. Вот этот вот на 10 надо открутить головкой. И мы снимем полностью этот датчик. Это передний рычаг. У Женька тут опоры стоят такие резиновые. Потому что по-другому не можем засунуть фишку. Просто не поддается. Ну никак. Не знаем, что там внутри. Бог его знает. Сейчас снимем, посмотрим. Так, все, друзья, прикрутили. Сейчас Женя там прикручивает снизу. В общем, все прикрутил. Вот он. У нас там фишка сверху. Вот эти все вон болты. Вот они. Вот этот было ничего открутить, а вот тот маленький. И там у нас сейчас с другой стороны еще один есть. Вот он у меня в руках. Видите, вот этот болт, он там за, получается, вот так он стоит. Как он там стоит? Вот так вот, да. В таком положении он стоит там. И вот этот болтик, что у меня сейчас закрученный, его тяжело открутить. А причина все, смотрите, там куча мусора, видите? Куча мусора в родном сенсоре, поэтому он не защелкнулся. Ну, и не факт, что он работает после такой мусора, воды там. Поэтому мы прикрутили тот, который был с этой проводкой, с донором, и все будет, надеемся, гуд. Сейчас здесь осталось чисто подвязать фишку, подключить, вот она. И там у нас Женя задний этот примотать, и все. Что ты потерял? А, вон. И все. Тут у нас тренога, тут домкрат. Все гуд, так что не переживайте. Все, сейфти. Насколько можно. Да, в принципе, колесо можно ставить. Сейчас я пока кину. Да, можно колесо кинуть, в принципе, оно уже не надо. Мы сняли, потому что туда не залезть. Вон, все черное, грязное. Рабочая атмосфера. У нас тут, короче, вечерняя дискотека. Вечеринка. Нижний датчик, ой, нижний, говорю, нижний болт есть, датчик прикручиваем, а верхнего нет. Завода пришлось на саморез. Ты видел, у тебя кардан? Ой, редуктор тоже мокренький чуть. Ага. Но он может чуть-чуть течь, потом перестать. Просто сальник, знаешь, чуть-чуть долго стоял.
Да не, нормально, что ты говоришь, Крин. Не, нормально, только тебе надо ровно прикрутить. Не в ту сторону. Ровно его сделай так. Хорош, хорош, не, сверни его. О, нормально, вообще бомба. Все. Да, все. Второй делать или не стоит? Не, не надо, зачем второй? Одного хватит. Оно там тоже на одном висело. Хватит. Все, гусю. Осталось только собрать машину до кучи. А, и передний еще надо, да, провести вот там. Тоже. Передний, да, надо просто подключить и... Ой, упаковать его там. И в принципе... И в принципе все. Здесь надо заложить его куда-то. Не, не играют. Короче, вместе с машиной играют. Не знаю, как они должны, в принципе, работать. Может, они на определенном, знаю, они, может, не живые прям. Ну, она как адаптировалась, я не знаю. Светят, в принципе, все good. Да, светят ровно. По-любому они будут ровно светить, но... Непонятно, уровень пола работает или не работает. Но мы вроде все подключили. Но нет, оно вместе с машиной шевелится. Это надо бы ее приподнять, знаешь, типа домкратом с жопу. И посмотреть на заведенные. Это жопу бы пустым поднять. И они должны типа линию нарисовать или поднимать. Знаешь, сбоку сидеть домкратом поднимать и смотреть, будет подниматься или нет. Или же открутить штелевагу, снять один болт и попробовать ее вниз потянуть, например, или вверх, будет работать или нет. Но это вот тут на 10 надо нижний открутить, не саморез, а нижний. Что там? Да то грязное оно тут. А, ты фары протираешь. Ну, короче, все работает, LED светят. О. Женек проедет, скажет потом, как светит. Да, это ближний. А, дай поворот и дальний дай. Дальний, о, хорош дальний, да. Да, дальний хорош. Внутренние два диода включаются. О, поворотик тоже красивенько. Ну да, да, там тоже есть. Дальний хороший, да. Дальний неплохой. Но ближний не знаю. Ближний после лампочек моих супер мощных надо проверять. Короче, ладно. Все поставили, все работает. Все good вроде бы. Единственный уровень пола надо проверить, но... О, медленно затухают. Видишь, и медленно включается, как ксенон типа. А габаритики прикольно. А ну оставь габаритики. Ну, прикольно габаритики. О, симпатично. Симпатично. Прикольненько. Классно. Не, ну прикольно смотрится. Ночью не передается. Ну прикольно смотрится. Фара по-другому поездит, посмотрит, как она дороги. Ну так вроде бы по прямой неплохо, но опять же посмотрит. Завтра ему с утра на выгрузку, он с грузом, между прочим, там 1200-1500 паундов. Ух ты, продавил чуть-чуть, дождь был. А что он туда поехал? А задом, наверное, сдаст. Ну, короче, светят, светят, работают, работают, отлично. Все, закрываем наш гараж. Покатил женек домой, 10 часов вечера, фары вроде светят. Все good. Так что... Сейчас проедет, посмотрит, как они, что они дают.
как они светят. Так, а я пошел отдыхать, друзья.